Попробую, попытаюсь объяснить. Подзаебала эта тема. Великая компания. Нету нихуя. Вот просто нихуя. Какой-то величие, какая-то хуйня, блядь. Это, конечно, печально. Это печально. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Мне интересна опера, искренне. Ну просто я ее не понимаю, она мне не интересна. Блять, я заплакал. Помню, пиздец, что это было за день. Первый гей-мэридж, брак, это он. Заебись. Круто. Супер гуд. It's okay. Сомнительно, но окей. Ну ты понимаешь, он все равно же нездоров. Вот объективно, он же нездоров. Ну давайте мечтать. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Вот что мне сейчас с собой сделать? Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Не по-христиански это было. Он ненавидел Советский Союз и говорил, что Америка — это круто. Ну ты можешь себе представить? Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь. Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия помазалась этим говном. Не-не-не-не-не, это вообще не наше. Мы это не... Я не могу, мне это противит моей... Ну, это, конечно, была паленка, это теперь понятно. Сидит и думает, уехать, не уехать. А что делать, валить, не валить? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мы любим вот такие формы, форматы. О, и я от него никогда не буду открещиваться. Потому что я считаю, Дима, прекрасный человек. Прям реально крутой. И за твой кондакт он там что-то... Это 6 лет тюрьмы. Очень трезвый, образованный. Вот ее карма... Я борюсь сейчас за свою карму. А у нее карма уже все, она уже в раю. Она ангел. Мне похуй. Я так чувствую. Ну, ребята, если бы я сильно хотел, я бы добил эту тему. Так или иначе, или спустя 6-5 лет. Олег, успокойся. Ты получаешь самое лучшее лечение, которое сегодня возможно при твоем диагнозе. Хочется умереть достойно. И чтобы тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Забудьте нахуй. Все, был неправ.